Ребята, привет! Итак, сегодня расскажу о том, как можно зарабатывать до 100 тысяч рублей в месяц в интернете абсолютно без вложений. Это, как говорится, первая хорошая новость. А теперь плохая новость, ребята. Смотрите, данный метод не всем подойдет. Итак, чтобы вы не теряли время свое, давайте я задам вам несколько вопросов, мы определимся, подойдет он вам или нет. Итак, смотрите, первый вопрос. Скажи, дружище, тебе нравится та работа, на которую ты ходишь каждый день? Или, может, ты еще учишься и там уже там думаешь о какой-то работе? Как тебе сами мысли вообще навевают какие-то приятные эмоции? Если тебя все устраивает, то дальше не выключай видео, дальше тебе будет неинтересно, это не твое. У тебя и так все хорошо в жизни. Здесь дальше я буду рассказывать тем ребятам, которые реально хотят что-то изменить в своей жизни. Следующий вопрос. Как ты думаешь, если ты будешь оставаться на своей работе еще там дальше, там год, 3, 5, 10, возможно, кто-то до пенсии будет, сможет ли эта работа или этот способ заработка твой обеспечить тебе там достойное жилье, достойную квартиру, достойный отдых? Своих детей ты сможешь обеспечить? Сможешь ты спокойно смотреть там своим детям, внукам в глаза и сказать, что я все сделал для того, чтобы вы жили хорошо? Если тебя все устраивает, опять же, да, то это не для тебя видео. Выключай. Если ты недоволен тем, что у тебя есть, и ты понимаешь, что перспектив в твоей работе не так уж много, смотри дальше. Итак, следующий вопрос. Как ты думаешь, у тебя в твоем окружении есть люди, которым бы интересно было зарабатывать в интернете до 100 тысяч рублей в месяц, сидя дома, и опять же, без вложений начать этот заработок? Если у тебя такие люди есть, я думаю, у большинства они есть. Все, смотрим до конца, ребята. Итак, дальше расскажу подробно план, пошаговый план. Итак, ребята, смотрим. Буквально вчера я рассказал о бесплатной раздаче криптовалюты от децентрализованного мессенджера DEM. Там все подробно рассказал. Сегодня будем просто по шагам делать. Шаг 1, шаг 2, шаг 3. Смотрите, друзья. Самое важное, что для нас в данной раздаче. Данная монета уже торгуется. Ее можно отправлять в стейкинг и зарабатывать проценты, получать пассивный доход каждые сутки. И теперь смотрите, как мы можем заработать. Итак, ребята, смотрите, в данной раздаче есть 10-уровневая партнерская программа. Я думаю, никому не надо рассказывать, что такое партнерская программа. Тот же Тинькофф, там другие банки, вообще там практически везде сейчас партнерская программа, такое сарафанное радио, работает и давно уже используется самыми там крупными и успешными там организациями, какими-то фирмами, какими-то проектами. Я думаю про это. Даже там на AliExpress есть своя партнерская программа. Я думаю, все знают. Если не знают, в двух словах, вы рекомендуете людям какой-то интересный продукт, какую-то интересную услугу, вы получаете процент от тех людей, которые приходят. Ну, если вы что-то покупаете в классических партнерках, вы получаете какой-то процент, да, там, ну, человек, которого вы пригласили, вы с этого процент получаете. Или там карту открывает, например, там, да, в банке каком-то, вы получаете какие-то деньги. Здесь же, в чем уникальность данной партнерской программы, что тому человеку, которого вы приглашаете, не нужно ничего платить, но вы, тем не менее, и он сможете зарабатывать криптовалюту. И дальше я расскажу, как можно зарабатывать, выйти на доход. Вот, ну, может, кто-то но будем считать до 100 тысяч в месяц, потому что такая сумма комфортная, любимая многими, еще и плюс на пассиве. Смотрите, из чего это может получиться такой заработок. Данную монету можно стейкать, отправлять в стейкинг, получать пассивный доход. Но для того, чтобы ее отправить, нам нужно, то есть заработать на данном аирдропе столько монет, чтобы мы получали примерно 100 тысяч рублей в месяц с пассивного дохода, со стейкинга. Теперь давайте посчитаем. Смотрите, я уже примерно посчитал. Это для того, чтобы получать примерно 100 тысяч рублей по цене данной монеты сейчас 3 рубля, нам нужно будет отправить в стейкинг где-то около 200 тысяч монет. Теперь смотрим, как у нас появятся эти монеты. Итак, задаем себе вопрос просто сразу по шагам. Задаем такой себе вопрос, простой. У нас в нашем окружении есть ли люди, которые бы хотели зарабатывать до 100 тысяч рублей в месяц на криптовалюте? Ну, без разницы, просто зарабатывать, да, там, сидя дома, получать пассивный доход. Сколько людей таких вы найдете? Опять же, без вложений, абсолютно без вложений. Им не надо не будет ничего там, почки продавать, квартиры, кредиты брать.
просто без вложений. Я думаю, вы найдете как минимум человек там, ну, 5-10, а я думаю, то и 100. Если там особенно вы где-то учитесь или работаете, я думаю, в вашем коллективе минимум там 10 человек точно есть. Вот мы исходили из этих человек, ну, 10 человек. Теперь смотрите. То есть вы рекомендуете этим людям, они заходят по вашей ссылке, регистрируются, и они, и вы зарабатываете. Теперь смотрите, что происходит дальше. Как вы думаете, опять же, тот же вопрос. Если у этих 10 человек, то тоже по 10 человек, которые тоже бы хотели получать пассивный доход в криптовалюте, сидеть дома и заниматься тем, чем они хотят на самом деле заниматься. Потому что вспоминаем те вопросы, которые я раньше задавал. Все хотят заниматься тем, чем хотят заниматься, но почему-то ходят на нелюбимую работу. Я думаю, у всех есть. И у этих 10 человек есть. Я думаю, даже больше. На самом деле, если поставить себе цель и рассказать хотя бы 100 человекам, а их элементарно можно найти в своем окружении, это можно сделать за несколько дней. Поставить себе цель там каждый день просто рассказывать о данной возможности. Даже просто этот ролик скопировать и залить себе там где-нибудь там в ВК какую-нибудь, в Инсту, поставить туда свою, под него свою пригласительную ссылку реферальную, и людям, тем, которым вы желаете такого же добра, как и себе, тем, кто вы считаете готовы зарабатывать именно до 100 тысяч рублей в месяц без вложений, и кто хочет это сделать, я думаю, многие захотят это сделать, этим людям вы можете просто даже показывать это видео. Они также могут сделать. 10 человек в первую линию вы, я думаю, сможете пригласить. Эти 10 человек на бесплатную раздачу тоже смогут пригласить. И смотрите, я считал здесь даже не 10 уровней партнерки, с которой вы получаете 10 уровней в глубину с этих людей, а мы считали, вот это все просчитано на 5 линий всего. То есть, если вы пригласили 10 человек, они то же самое сделали на 5 уровней в глубину, и с этого вы получите 200 тысяч монет. Лучше их положить в стейкинг и зарабатывать именно до 100 тысяч рублей в месяц. Чем можно сравнить этот стейкинг? Это такой пассивный доход, когда вы отправляете монеты там в стейкинг, они замораживаются, и вы можете каждый день получать вознаграждение и потом уже там жить на эти деньги или на эти монеты. Или там направлять их в стейкинг, разгонять это. Ну, мы не будем сейчас рассказывать. Нам очень важно понять сам принцип. То есть, смотрите, друзья, у каждого человека есть, я думаю, как минимум 10 человек в окружении, которые хотят зарабатывать, тем более без вложений, тем более получать пассивный доход. Скажите хоть кто-то, у кого нету таких 10 человек. Я думаю, найдете даже сотню. Дальше буду рассказывать, как можно найти там и 1000 человек, опять же, там элементарно, при помощи соцсетей, при помощи там каких-то ваших друзей. У вас, у ваших друзей явно, среди ваших друзей явно есть люди, которые там могут пригласить и 100 человек, и 1000 человек. Если там, опять же, скинуть эту возможность и рассказать это видео, там, например, каким-нибудь админам, у которых есть там свои каналы, каким-нибудь там раскрученным там блогерам, каким-нибудь там лидерам мнений, блогерам, которые там тиктокерам сейчас модным, на ютубе, вы можете построить себе еще больше команду, еще больше заработать, и это будет ваш такой доход, который будет просто, он у вас будет такой пассивный доход, который позволит вам уже дальше заниматься, развиваться в данной компании, рекомендовать данные продукты или вообще просто забить на все и поехать куда-нибудь отдохнуть. На те же даже 100 тысяч в месяц, я думаю, можно жить где-нибудь там не сильно шикуя, ну, а может и шикуя в каких-то странах теплых. Итак, смотрите, ребята, что нужно сделать, чтобы получать монеты и начать зарабатывать по данной пошаговому плану, которого я выше рассказал. Смотрите, ссылка будет под видео или будет у вашего пригласителя. Очень внимательно переходите по ней. И смотрите, попадаете вы в Telegram. Если у вас нет Telegram, естественно, скачайте. Ну, я думаю, у всех уже есть. Что вам нужно сделать? Нажимаете старт, будет кнопка. Дальше смотрите, или оно само стартанет. Посмотрим, в зависимости от вашего там настроек. Дальше вы попадаете, вот такое будет сообщение. Здесь нужно подписаться. Что нужно сделать, да, для того, чтобы начать зарабатывать? Подписывайтесь на канал, дальше скачивайте дем, iOS у вас или Android. Дальше, смотрите, регистрируйтесь в нем, нажимаете там «Зарегистрироваться» и вводите пригласить, вот ник, там ник пригласившего будет, ну, здесь, например, если по моей ссылке «To the Moon» или там по другой, ну, вы обязательно смотрите, какой здесь будет ник, потому что данное видео могут мои партнеры, там, ваши партнеры будут
естественно, себе загружать. Поэтому я не против, я только за. Скопировали, очень важно, ник пригласившего, чтобы при регистрации он попал в вашу команду. Дальше заходите, зарегистрировались там, сохранили сид-фразу. Выше будет ссылка на подробный рассказ, как зарегистрироваться. Я думаю, ну здесь ничего сложного нет. Когда вы все это сделали, нажимаете «Выполнено» здесь. Дальше вводите уже свой ник и отправляете, отправить свой ник, с которым вы зарегистрировались в ДЭМ. Дальше вам будет вот ваша ссылка пригласительная. Вы ее и вместе с этим видео или просто вы рассказываете друзьям о данной возможности, отсылайте, рассказывайте и рассказывайте именно тем людям, которые реально хотят зарабатывать именно на пассиве, на криптовалюте, сидя дома. Мы уже с вами объяснили, что таких, наверное, будет очень много в вашем окружении. И дальше, смотрите, здесь будет, здесь кошелек, купить, продать, команда, здесь вы можете посмотреть, почитайте инструкцию. Здесь также хочу напомнить, смотрите, ребята, есть еще возможность получать пассивный доход, тут лотерея, если вы нажимаете, угадываете там или не угадываете, по-моему, 10 монет, я даже этим не занимаюсь, мне интереснее людям рассказать о возможностях и показать силу партнерских программ. Так, на этом, ребятки, смотрите, основное я рассказал, давайте подытожим. Смотрите, у каждого, во-первых, каждый из нас хочет зарабатывать деньги. Опять же, без вложений очень мало нормальных инструментов, которые вы, я думаю, нормальных вы в интернете, наверное, не найдете. Опять же, кто на криптовалюте хочет зарабатывать, это, я считаю, уникальный инструмент, и построить себе такой, можно сказать, бизнес в интернете без вложений. Поэтому, ребята, пользуйтесь. Пишите комментарии, ставьте лайки, задавайте вопросы. Под видео будет ссылка на данный бот, ссылка на мой телеграм-канал и ссылка на связь со мной. Все, кто зарегистрировались по моей ссылке, пишите. Я буду вас добавлять еще в чат, где будет обучение, розыгрыши. Будет много интересной информации. Желаю всем удачи.